Теперь сплетем витую цепочку из двух нитей. Опять же, закрепляем одну нить на основе, так, чтобы один конец был длиннее другого. Этим концом мы, собственно, и будем оплетать вот этот конец. Делаем петельку и затягиваем. Потом, не меняя направления, делаем еще одну петельку и затягиваем. И повторяем это столько раз, какой длины нам цепочка необходима. Петелька, затягиваем, петелька, затягиваем. Вот у нас получается потихонечку витая цепочка из двух нитей. Вот такая цепочка.